Всем привет, на канале Мусалим. В работе сегодня у нас Ford Focus на полную шумоизоляцию. Авто разобрали. Вот так выглядит у нас штатная шумка по багажнику. Голые арки, минимум вибра. По багажнику много необработанного металла. Мне необходимо дополнительную шумоизоляцию данному автомобилю. Разобраны также двери. Ну тоже голые, под колонки не кусочки. Такие вот барабанные двери. Чтобы автомобиль был комфортным, на нем было удобно передвигаться с удовольствием, сделаем шумоизоляцию. Передняя водительская дверь также голая. Салон. Все по минимуму. Никаких шумопоглощающих материалов. Все вибро еще что-то присутствует. Шумопоглощающего нет ничего. И крыши, соответственно. Мы проклеим, все исправим, покупаем.